Фу, так. 42-я звезда на 592-м Диоре. Вин Битеншин родной не справился, готлингов нет. Пришлось... Ну, у меня не было винта, я шпильку вкрутил. Сейчас фокусирую. Блин. Короче, вот так выглядит это упор. Петух. А, ну тут он даже не петуха в эту деталь. Нормально, в принципе. 42-я работает. Кассета такая интересная. Два алюминиевых паука. Сверху все красное. Вон они. Раз, два. Ну и там три звезды еще так шли. Короче, можно делать.